Майские указы президента выполняются на ура. 75-летней пенсионерке из Кургана пособие по старости в этом году подняли на целые рупии 20 копеек. Правда, она этому не очень-то и рада. Она плачет от обиды уже несколько дней, ведь этой прибавки хватит только на коробок спичек. Женщина, которая очень попросила журналистов не называть ее имя, работает с 15 лет. Страну она строила, и, видимо, это все, что она заслужила. Там же, в Заурале, чиновники вручили инвалидам по зрению новогодние подарки, причем просроченные. Срок годности их истек еще в сентябре. Это программа «Что произошло?» Больше трэша, больше ада, и мы начинаем. Покупательская способность населения падает день ото дня. По всей стране закрываются магазины, сотни уволенных сотрудников супермаркетов «Спар» в Санкт-Петербурге не смогли получить свои заработанные деньги. Им назначили встречу с руководством в одном из торговых центров. Однако вместо денег продавцы и грузчики получили стычку с ОМОНом. А в Казани закрылся гипермаркет «Карусель», и народ понесло за халявой. Народ, я жрать дома нечего есть. О том, что часть гипермаркетов «Карусель» по всей стране закроется, стало известно еще минувшей осенью. Компания X5 Retail Group, а в нее помимо «Каруселя» входит еще и «Пятерочка», и «Перекресток», объявила, что из 91 магазина «Карусель» 34 станут перекрестками, а 20 вообще закроются концами уже к 2022 году. Но это только оставшиеся 37 продолжат работать в Казани. «Карусель» начали закрываться с 6 января. Тогда в соцсетях появилось видео давки в гипермаркете в торговом центре Савиново. А теперь соцсети начало заполнять видео с толпой у входа в торговый центр «Франт», где находится также «Карусель», в который тоже объявили бешеные скидки по причине ликвидации магазина. А тем временем в Кемерово закончились лекарства. Родственникам больных, в том числе и находящихся в реанимации, выписывают целые списки дорогостоящих препаратов, которые нужно приобрести самостоятельно и за свой счет. А иначе людей просто не спасти. Городская клиническая больница номер 2. У нас дедушка лежит в больнице. Я, честно говоря, первый раз такое вижу. Выдали мне список лекарств. В больнице лекарств нет. Вот она вам. Бесплатная медицина. Инвалид причем. Из реанимации, ребята, из реанимации просят приобрести кровоостанавливающий препарат. У меня слов нету. Городская клиническая больница номер 2, город Кемерово. Наши чиновники, преимущественно из партии власти, все время любят смотреть на Запад. И технологии управления какие-то сомнительные оттуда привозят, и должности в госслужбах по-английски называют. Но почему-то они никак не хотят посмотреть на то, что, например, средний размер ежемесячного пособия по безработице в США составляет $1050 в месяц. И в то же время зарплата инженера в Роскосмосе $967. И ведь это не у рядового работника, а у простых специалистов примерно 13 тысяч рублей. И мы еще удивляемся, почему у нас ракеты падают. Да что ж там США, когда в нынешнем году даже на Украине минимальная зарплата стала больше, чем в России. Да ладно с ними, США и с Украиной, еще в эту же тему. На рождественской службе патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от комфорта как наивысшей ценности. И ведь к нему прислушались, причем ни много ни мало, а половина россиян. Именно столько, то есть 50% наших сограждан уже отказались от комфорта. Им хватает денег только на еду и одежду, а почти 13% россиян пошли еще дальше. Они решили не только выполнить, но и перевыполнить наказ главного попа всея Руси. И теперь они живут за чертой бедности, но главное, что они связаны духовными скрепами в высокодуховном православном государстве. Прошло чуть меньше года с момента назначения Зарины Дагаузовой главой Ростуризма, и чиновница уже успела пополнить свою ювелирную коллекцию знаковыми и дорогостоящими брендами.
На главном мировом событии туристической индустрии, впервые прошедшем в России, спасибо ей, в прошлом году она блеснула кольцом Jakob & Co. стоимостью более 2 миллионов рублей. А тем временем россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи, но Песков, как обычно, ничего не слушает, ничего не читает, ну и, естественно, кроме своих пресс-релизов. Он, кстати, неоднократно в этом признавался, и потому он вдруг ляпнул о неком позитивном тренде в наращивании. Благо, состояние граждан он даже назвал это явление достижением года прошедшего. Видимо, по своим часам мерил благосостояние всей страны, хотя он все же в чем-то прав. Это кадры из Волгограда. Здесь сынок заместителя председателя главы Чеченской республики в регионе Тамерлана Насаева, Мухамедик, организовал эпатажную акцию с разбрасыванием 200 тысяч рублей. Да-да, именно сынок чиновника из полностью дотационного региона, что висит на шее у остальных граждан. И воистину Кавказ заиграл новыми красками. Сразу как деньги из бюджета туда рекой полились, теперь можно и сорить ими. И еще один скандал с чиновниками, также постпред. Еще один, но теперь уже Свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Москве. Попался на браконьерстве. Вы знаете, как долго мы за вами наблюдаем? Как долго? Когда вы там в поле ходили. Где? Перед денежником. Машины ваши. Вот эти вот разговоры, что вы просто гуляете, они все зафиксированы. Да я не гулял, я вышел в поле. Да какой цель у вас? Тепловизор? Зачем вы подходили? У меня нет тепловизора. Вы его видели? Зачем вы подходили к пятнистым оленям, которые кормились на этом поле? Не знаю. С какой целью? Я не видел. А мы видели. Ну вы видели, а я не видел. А? И товарищ ваш, который убежал, его поймали. Я тоже. Один был. Да, шлет есть на видеосъемке. А вы вдвоем шли. Ничего вам не могу сказать на это, я был один. И отпустите меня, не приставайте. Ну, нас стреляли два товарища по оленям. Вот один начали убегать, мы их одного задержали, второго тоже задержали, но он от нас уходит. Вот. Максим Сергеевич, вот товарищ вот этот в лесу по оленям с другим своим товарищем стреляли. Тем временем пропагандисты среднеуральского губернатора продолжают нагло врать. К примеру, Юлия Прыткова, а есть такая местечковая шишечка. Официально она именуется глава местного департамента информполитики. Так вот, она с пеной у рта утверждает, что ничего такого не было. Ну да ладно. Хотя и так сожрут. В конце прошлого года свердловские власти не без участия все той же Прытковой начали процедуру банкротства ОАО «Цифровое телевидение», которому принадлежат передатчики, что еще совсем недавно транслировали независимые телеканалы, не входящие в федеральные мультиплексы, именуемые в народе Путин ТВ. Вышки уже обесточены, 20 каналов пропали из эфира, кстати, в том числе и Крик. Теперь на обычную проволоку на Урале нас не поймать, а вот по оставшимся подконтрольным можно и врать. People have it, все равно проглотят. Вообще здесь свинарник или магазин? Вот, видимо, с ними нас чиновники и перепутали. Кстати, это видео из Тюменской области. Как вы видите, здесь трое хрюшек сбежали от хозяина и набрели на супермаркет. Они разбили несколько бутылок с коньяком, выпили, да еще и зеленью закусили. Пьет, пьет. Все чисто по-русски. Ну, то есть в понимании чиновников. Например, той же самой Прытковой. А тем временем наш президент побывал во Всероссийской здравнице. Ну, в той, что находится между Черным и Средиземным морями. Чтобы покрутить бутафорский вентиль. Сие действие означало прием в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Efendim Türk Rus tarafının azim ve kararlılığının посредством решимости турецко-российского сотрудничества символ процветания, символ стабильности газопровод «Турецкий поток» начал свою работу. Но зачем это вообще нужно? Изначально «Турецкий поток» был чисто политическим проектом, так же как и «Северный поток».
Его цель, прежде всего, поставить Украину на колени, лишив страну доходов от транзита российского газа в Европу. Вопрос нескольких миллиардов долларов в год. И ради этого стали строить совершенно коммерчески невыгодные газопроводы в обход Украины. Как итог, трубопроводы почти построены, но лишить транзита Украину не удалось. Только что с ней подписан новый 5-летний контракт, условия которого диктовала, как ни странно, именно Украина. Миссия не выполнена. Коммерческий турецкий поток – чудовищно убыточный проект. Например, в 2018 году аналитик Сбербанка Алекс Фек, кстати, уволенный в частности и за эти оценки, посчитал, что при стоимости проекта в 20 миллиардов долларов США он не окупится и в ближайшие 50 лет, и только принесет «Газпрому» 13 миллиардов долларов убытков. Это и есть цена политически мотивированных решений. Первая ветка турецкого потока пойдет в Турцию, вторая в Европу. Главный потребитель Италия уже отказалась от проекта. Остались Сербия и Болгария, но они до сих пор так и не построили ответвление продолжения газопровода. И непонятно, когда и как они их построят. Денег у них на это нет. А «Газпром», как поставщик газа, не имеет права вкладываться в трубу в Европе. Так что вторая труба придет в Турцию и будет заткнута на неопределенное время. Чудесный бизнес-план. Отдельного упоминания стоит идея второй нитки для Европы. Турция отказалась ее принимать, и Путину удалось уломать Эрдогана, только дав 10% скидку на газ по первой трубе. Так неработающая вторая ветка делает малорентабельным и поставки по первой ветке. Впрочем, не стоит все сводить к экономически неоправданному политическому решению. Коммерцию на прокладке труб тоже никто не отменял. Но сделал ее, то бишь, коммерцию не «Газпром», а его поставщики. То есть все большие друзья Путина и друзья его друзей. Они отлично наварились на строительных работах и производстве труб. А что до Турции, так она и союзник-то весьма условный. Вот недавно купили они у России системы ПВО С-400 и тотчас же передали их США. Для чего, думаете? Для разбора и изучения. Выводы делайте сами. А в Абхазии тем временем толпа захватила администрацию президента, и парламент проголосовал за его отставку. Люди требуют признать результаты последних выборов незаконными. Во втором туре победил Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центра избиркома республики, набрал 47,39 голосов. А я прощаюсь с вами, увидимся на следующей неделе, может быть.